Всем доброго времени суток! Сегодня хочу с вами сделать креветки в соево-чесночном соусе. Получается очень вкусное, ароматное и аппетитное блюдо. Также подписывайтесь на наш канал, у нас много простых и вкусных рецептов. Итак, давайте начнем. Нам понадобятся сами, конечно же, креветки. Они у меня без льда, то есть довольно-таки сухенькие. Чеснок, соевый соус, перец черный острый горошком, перец душистый горошком и сливочное масло. Чесночок мелко рубим. На разогретую сковороду отправляем сливочное масло. К маслу добавляем рубленый чесночок. Также забрасываем душистый перец и острый перец. И обжариваем все вместе, то есть чеснок и специи, на сильном огне 2-3 минуточки, чтобы специи открылись и чеснок выдал весь свой аромат. Запах уже, конечно, стоит просто, аж слюни текут. Теперь засыпаем креветочки. Все хорошенечко перемешиваем и добавляем соевый соус. И можно не подсаливать, потому что соевый соус сам по себе очень соленый, и этой соли будет достаточно. Готово. Выкладываем на тарелочку. Всем желаю приятного аппетита, вкусных закусок и всего самого-самого лучшего. И надеюсь, что до новых встреч!